Автомобиль ВАЗ исчез с неохраняемой стоянки у 21-го дома по улице Ульяновской в Мозыре в ночь на 17 октября. Нашелся он спустя несколько дней, причем абсолютно случайно, в Калинковичском районе. 20 октября наш сотрудник Михаил Булавко находился на выходном дне. Убыл к своим родственникам в деревню Прудок. И в это время, находясь в деревне, увидел угнанный автомобиль, который был угнан 16 октября в городе Мозыре. Так как сотрудникам доводятся все ориентировки по совершенным преступлениям в городе и районе, Булавко сверил номер автомобиля, установил у местных жителей, кто ездит на этом автомобиле. Так как находился один, по телефону вызвал себе помощь наших сотрудников, которые прибыли из Мозыря, связались с сотрудниками Калинковичского РОВД и совместными усилиями произвели задержание. В ходе следствия уже установлено, что похитителей было двое. Также известно, что ранее судимые жители Калинковичского района причастны к совершению еще десятка краж из автотранспорта. При проведении обысков была изъята часть похищенного имущества. На счету данных граждан около 20 эпизодов совершения подобных краж. Вчера автомобиль вернули хозяину, а сотрудники милиции настоятельно просят автовладельцев во избежание подобных ЧП ставить свои авто на охраняемые стоянки или оборудовать их противоугонными системами. Илона Шавловская, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».